«Живе Беларусь!» Слава белорусским героям Андрею Зельцеру, Роману Бондаренко и всем тем героям, имена которых мы, увы, не знаем или не помним. И вот хотел бы обсудить с вами такую тему. Вот в Могилевской области приходят письма на предприятие, что, мол, требуется помощь беженцам, которые заполонили Беларусь по вине и по действию Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, но по закону не является таким. И вот люди, даже те, которые лояльно относятся к режиму Лукашенко, называя Лукашенко своим батьком, такое впечатление, что они или тупые, или какие-то поехавшие планкой, фактически называя чужого человека, которого содержат за свои деньги, за свои налоги, за свой рабочий труд, батька. Непонятно почему и от чего. Но не столь важно. Столь важно, что даже эти люди начали возмущаться тому, что их заставляют фактически свои кровные отдавать непонятно кому. Ассирийцам, иракцам, курдам, кому хочешь начать отдавать эти деньги. А вот спрашивается, зачем? Зачем я вот за этими руками заработанные деньги должен кому-то отдавать, тому человеку, который разрушил, фактически его предки разрушили. Он разрушал свою страну, а теперь едет на фактически на шею садится в Германию там, во Францию, в другие страны. Чего я должен ему помогать? Вот это эти я батьки, которые уже поняли, что Лукашенко хочет за их счет фактически сохранить себе корону на голове. И я считаю, что это своего рода уже такой маленький щелчок для вот этих всех сторонников Лукашенко, что Акела промахнулся. И я вам хочу сказать, своего рода это хороший такой знак для всех нас, для всех тех, кто против этого лося картофельного. Фактически это знак того, что эти люди, только если увидят, что этот Лукашенко слабнет, что власть у него как песок через пальцы уходит, постепенно начнут его продавать. Только кому они его начнут продавать? Этому бункерному кроту Путину или кому? Вот интересно знать. Но то, что для Лукашенко вот эти все сторонники, которыми он якобы хвалится, они для него как Иуды. Они его целуют поцелуем Иуды. Это мое субъективное мнение человека, который наблюдает и делает выводы. И то, что Лукашенко начал через своих, так сказать, адептов собирать бабло на вот этих нелегалов, это просто фактически он пилит сук, на котором сидит. Эти работяги, конечно, может быть, и любят этого Лукашенко за что-то, но кровные свои деньги вне налогов, сверхналогов, конечно, они с охотой будут отдавать.
и уже будет у них зарождаться маленькое такое семя ненависти к этому узурпатору. Я уже не говорю про тех людей, которые давно ненавидели и ненавидят этого лося картофельного. Удачи вам, ребята! Живее Беларусь! И пусть как можно раньше этот режим Лукашенко тю-тю от нас.